29 мая, Лазаревская. Ну, раз в день города. Почему же фонтан выключен? На улице тепло, особой жары не ожидается весь месяц. Вот такая погода, нормально. Ну, люди сидят уже радостно. Тем более у нас краник работает, это вообще жесть. Это вообще крутяк. Тут меньше воды тратится или что? Почему тут большой фонтан не работает? Где вода, там жизнь. Да? Рыжика нету в центре. Рыжуньки нашего. Что-то вянут уже розы. Странно. Один утенок только плавает. Время 2:30. Закрыто по техническим причинам. Туалет не работает. Странно. Очень странно не сделать его к этому времени. Плакучая ива. Сделать себе.
присели, зарядили и ушли. Все на море, наверное. Людей нет. Огонь. Fire. Fire. Шисон камарадан. Камикадзе. Крутят. Thank you.
Обстановочка в парке 29 мая. Дом великана. Сосед пацана рекламирует дом великана. Удивительные впечатления и самые яркие фото в вашу коллекцию. Увлекательное путешествие в страну чудес. Дом великана, где каждый объект сказочно огромен. Пингвинарий, зоопарк, океанариум, экзотариум, дельфинарий перед вами, господа. Крокодиловые фермы там. 300 рублей, 250, 200. Моушен сфера. Что только нету. Плавание с дельфинами. Вот это вот надо. Одна подписчица просила. Лечение ребенка. Сценарий пригласил как нашу программу. Начало прямо сейчас 15. Тату вам не надо на всю спину, лазаревская навсегда.